Один календарь – более 100 спасенных жизней. Именно столько беспризорных животных нашли свой дом во время съемок первого проекта организации «Зато верный друг» 2 года назад. Поэтому идею с календарем волонтеры решили повторить. Когда мы начали транслировать в соцсети, что у нас идет такой проект, что есть животные, мы увидели больше отклик от населения и действительно стали приходить и забирать животных. Найти дом пушистым беспризорникам – одна из целей проекта. В съемке календаря приняли участие известные люди города. Они выкладывали видео с животными в свои соцсети, рассказывали знакомым о том, насколько ласковые питомцы в приюте и как они нуждаются в любви и заботе. Результат не заставил себя ждать. Многие четвероногие герои календаря уже нашли свой дом. Еще одна задача – собрать деньги на содержание животных. Сейчас на попечении волонтеров «Зато верный друг» 120 питомцев. Часть в приюте, часть на передержке. Многие нуждаются в лечении, дополнительном уходе. Только собаки съедают до 15 килограммов корма в день. На все это нужны средства. Календарь продается. Никому он не будет подарен. Это основная концепция наша. Даже участники календаря, кто тратил свое время, да, на это на все, все выкупают. Стоимость календаря 1000 рублей. Контролирует «Зато верный друг», наша общественная организация, эти денежные средства. И все они будут потрачены, естественно, на корма, на животных. Чтобы календарь стал действительно отличным подарком, в этом году волонтеры решили сделать его на качественно ином уровне. Для этого обратились за помощью в фотостудию «Вега». Работа была проделана колоссальная. Оборудование, фон и свет – все это вывозили на каждую съемку в приемник. Нам было проще собраться с студийным оборудованием и вывести это все на площадку, знакомую животным. Ну, по крайней мере, у них было минимализированное передвижение, какие-то стрессовые ситуации. Фотограф отснял десятки тысяч кадров, из которых для календаря выбрали 13 лучших. То, что получилось в итоге, не оставило никого равнодушным. Профессиональные фото, на которых запечатлены живые эмоции. Календарь пропитан духом любви и заботы. Было интересно запечатлеть, когда человек видит животное, он испытывает настоящие эмоции по отношению к животному, и это очень хорошо выглядело на самих кадрах. Помочь беспризорным животным теперь не только просто, но и особенно приятно. Приобретайте календари для себя и в подарок друзьям и близким. Вся информация о том, где и как можно купить календарь, в группе общественной организации «Зато верный друг» ВКонтакте.